выпила бокал вина и кофеек. Украина, привет. Ресторан Гамлет. Мне нравится там хлебная картинка. А вот, можете не шизамить, я вам сейчас покажу, что будет шизами. Hello, I love you. The Doors. Doors, да. После долгих месяцев ожидания, Ирина, пишите скорее. Цены в этом рейсе в Панинара, но пицца в среднем 400 рублей. Да? Там 300 рублей в любви. Ну да. 300-500. А в Гамлете, ну, тоже примерно то же самое. Планы на лето? Ой, вот бы все было хорошо. Вот какие планы. Лингвальные брыхи травмировали, язык изначально, да, травмировали, но достаточно быстро привыкают. Наверное, месяц для этого потребуется, чтобы привыкнуть. Брыхи мешают, но иногда мешают, иногда нет. Я уже привыкла. Не знаю, года 3 назад. В Сочи, хочу в Сочи. Я вот думала, как раз 25-го я могла улететь, но что-то не сложилось. Как себя чувствуешь? Нормально. Я вас тоже люблю. В Ялту поедем? Пока что нет, попозже. Привет, Афины! Да, я училась в этой школе. В Крым летом. Не знаю, надо это все заранее планировать, пока что не могу сказать. Ждем клип посмотреть, да. На самом деле, я первый раз посмотрела, и так, я, короче, смотрела с замиранием сердца, потому что это мой первый кинодебют, и мне не очень понравилось. Но когда второй раз пересмотрела ролик, я уже как-то так с позитивом, и он мне реально понравился. Он такой интересный, это, ну, там ребята с творчеством к этому делу подошли, я им очень благодарна, очень прикольно получилось, душевно. Вот, так что тоже посмотрите, напишите, понравилось вам, нет. Я надеюсь, что понравится. Рыба на даче была много раз, так оцениваю. Могло бы быть повкуснее. Какой тональный хороший Лоры Мерсен, ну, который сняли с производства Silk Foundation. Так. Богемная. Я богемная. Айфон без стекла нашел, недавно поцарапала очень сильно, немножко расстроилась. Тебе повезло с тобой, Маша. Тоже хочет играть. В ресторане Коко мне очень нравится десерт. Этот разбитый горшок, самый их известный, мне он реально нравится. Он вкусный, красиво оформлен. Правда, с сумкам очень хорошо отношусь, считаю, что они самые износостойкие. Вот. Хочу себе сейчас сумку, правда, одну. Надеюсь, будет у меня. Как себя мотивируешь? Ну, жизнь одна, и прикольно жить ее счастливо. Или счастливо. Разбитый горшок, да. Степа очень соскучится. Да. Какой тональный хорошо маскирует, планирую Лору Мерсен. Слушайте, я сегодня ее использовала, поняла, что кроме нее... Я не помню. Нет, я, в смысле, я знаю. В то место, когда ты назвала? Да. Как похудеть? Мало кушать и спорт. Мало кушать и спорт. И жрать ночью. Так, буду в апреле, в начале... Так, в Питере, все, на пару дней, куда обязательно посоветуешь сходить. Весь центр... Просто гуляйте, на самом деле. Я вот так в Европе делаю. Ну, музей, соответственно, запланировать. А просто гулять можно... Ну как, по набережной выходите, в принципе, все увидите, да? Вдоль воды идите, не ошибетесь. Да ладно. Наша твоя компания. А это там уже? Почему не занимаюсь модельным бизнесом? Машка... Не сложилось. С цветами встречала, да, на самом деле очень приятно, когда тебя встречают с цветами. Казалось бы, все так просто, а вот же правильно счастье еду, да? В мелочах, внимание там в мелочах тоже кристалли, правильно? А значит, тут дорога все страшнее и страшнее. Да, не чувствуешь, что не своя. Не знаю, года 3-4 назад. Баклажаня в галерее была, конечно, часто ходила, когда он только открылся. Сейчас уже что-то не хожу. Какую, правда, лучше купить, черную или синюю? Ну, я не знаю, Степа говорит синюю. Ну да, возможно, синий, действительно. Не знаю, какой у вас сейчас гардероб. Хорошо, не буду делать трансляцию. Нас тут мало, но мы такие ночные. Не спим. Спасибо большое, my love. Создан для друга, с таким созданным для друга. Привет, привет. Йоу, детка, камон.
Видео, естественно, в этом видео, да, в этом видео я максимально естественно. Потому что такое освещение. В концерт мы пойдем в понедельник на Земфиру. Очень круто, да, еще даже не верится. Ну, что-то так холодно, если честно. Да. 3,5 градуса, а мне так холодно, как будто минус 10. Спасибо, Мэтт-99. Мы же как родные всегда, у нас же такая компания дружная. Так, что надо, что правильно учиться краситься? Вы ходили на курс? Нет, я не ходила на курс, я очень плохо красилась, я конкретно себя уродовала. Я началась краситься, не знаю, буквально года 3-4 назад. Посмотрите, на самом деле, видео на YouTube, где другие девушки красятся, и многому там можно научиться. Ну и плюс экспериментируйте действительно, ищите то, что пойдет именно вам. Нет. Хорошие ночные прогулки, а мы уже скоро домой. Где мужчину найти? Не знаю. Спасибо, Барс. Там есть проблемы? Спасибо большое, Ирина. И любимое блюдо? Но сейчас у меня постные щи нравятся кислые. На глазах нанесено из макияжа. Тени и тушь. С низким давлением. Ну, джиншень по утрам пью. Кофе стараюсь не пить. Лимон простой с водой тоже хорошо попить. Как выбрать помаду? Ну, в зависимости от вашего цвета губ. На самом деле, одна и та же помада, на разных людях очень по-разному смотрится. Ну, что же мне так холодно? Любимые очки. Любимые очки. Наверное, Прада круглые, вот мои последние, они мне больше всего нравятся. Я не ем мясо, рыбу ем, курицу ем. Спасибо. На овсянку на сама дома. Когда как периодами, на самом деле, периодами либо только на воде, периодами либо только на молоке. Месяца по два их чередую. Я айфон разбивала, да, вначале особенно часто. Воды пью, потому что запланировала пить очень много, по факту пью, наверное, 1-1.5 литра в день. Ладно, давайте до завтра. Все, всех люблю, целую. Спасибо вам.